произношение английское. Давайте следующее. The next one may be Russian. А может быть русское будет следующее, кто знает. Поехали. No, it's not good before the goalkeeper, or maybe it's our feeling about the Russian team. Дело в том, что песня посвящается всем голкиперам, которые должны что делать с мячом? Поймать его. Лова, лова. Сейчас попробуем, только вы скажите лова, лова. Приготовились? 3, 2, 1, только вы! Молодцы, еще разочек. No, maybe if you love Russia. Сейчас еще раз. 3, 4. So we have a very interesting, very famous one about the World Cup. It's a Russian song about Argentina against Jamaica. Да, у нас здесь на FIFA Fan Fest была группа Чайфа, она тоже исполнила эту песню. У нас она есть. Давайте вместе с вами ее споем. Она посвящена знаменитому футбольному матчу.